Сегодня на железных дорогах России проходит профилактическая акция безопасности. С начала года в Югре произошло одно дорожно-транспортное происшествие и 36 нарушений правил на ЖД-переездах. Чаще всего водители пытаются успеть проскочить перед движущимся поездом или выполняют обгон на небезопасном расстоянии. Когда поезд приближается, срабатывает звуковая и световая сигнализации, опускаются шлагбаумы, поднимаются универсальные защитные преграды, которые и предотвращают несанкционированный выезд автотранспорта на железную дорогу. Но некоторые водители игнорируют правила, а это нередко приводит к трагедии. Сегодня на железнодорожных вокзалах в Сургуте и Нижневартовске сотрудники РЖД и госавтоинспекторы раздают листовки с информацией, которую нужно помнить. Вес поезда 6 тысяч тонн грузового, пассажирский, соответственно, легче. Остановиться поезд моментально не может. Путь торможения у пассажирских поездов от 400 метров, у грузовых более километров. Поэтому водитель должен понимать, что остановиться поезд внезапно не может.